Всем хай-фай, меня зовут Ярослав Семишевский. Вы смотрите музыкальный интернет-проект «Народный махор», в котором мы ищем талантливых певцов. Их действительно очень много в нашей стране. Главный приз у нас 200 тысяч рублей. Находимся мы сегодня в Москве. Люсиновский переулок, дом 3Б, Хинкальная Алла Верды. И принимают участие в сегодняшнем выпуске Андрей Гребнев и Анна Эделян. Андрей Гребнев, 34 года, холост. Воспитывает дочь и сына, 10 и 12 лет. Закончил Арчединский лесной колледж по специальности мастер лесного и лесопаркового хозяйства. Работает во Фроловском дворце культуры. Музыкального образования не имеет. Самым важным событием в жизни считает рождение детей. Петь мечтал с детства. Будучи ребенком втайне от родителей, решил записаться в вокальный кружок, куда его не приняли, сказав, что у мальчика нет слуха. Но уже в студенческие годы Андрей играл на гитаре и пел в компании друзей, а в армии стал солистом военного ансамбля. Андрей мечтает о большом доме, собственной студии звукозаписи. В случае победы в проекте сделает предложение своей девушке и 200 тысяч потратит на свадьбу. Ну, как у нас принято всегда, я не знаю, согласишься ты или нет, обычно мальчики всегда поют первые. Ты согласна с этим? Ну, конечно, да? Согласна, безусловно. Я предлагаю сразу приступить к делу. Давай выберем, какие песни будем петь, чтобы долго не задерживать наших зрителей. Я думаю, споем песню «Берега» Малинина. «Берега, берега». Берег это. Замечательная это... песня. Тем более у вас там Волга, Дон, да? Красота, приезжайте к нам. Да, хорошо, обязательно приеду. Ну, я там, кстати, был уже недавно, буквально. Хвалынский был. Ну, это Ростовская область. Я когда... А, нет, Саратовская область. Чуть, фу. Простите меня, пожалуйста. Я когда сказал, что еду с вами петь, мне сказали, зови его к нам, там есть домик на Дону. Да? Обязательно, да. Рыбалка есть? Я да. С недавнего времени рыбалку полюбил. И охота, и рыбалка, все, что захотите. Спасибо, обязательно приеду. И сольную песню какую? «Там нет меня». «Там нет меня». Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Да. Отличная песня. Поехали. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны, там за быстрой рекой. Кто течет по судьбе, свое сердце навек я оставил, свое сердце навек я оставил тебе, там, куда не найти переправы, а на том берегу незабудки. Цвету, а на том берегу звезд весенних салют, а на том берегу мой костер не погас, а на том берегу было все в первый раз, в первый раз я любил. Я был глух, в первый раз пригубил дикий мед твоих губ, а на том берегу, там на том берегу было то, что забыть никогда не смогу. Там за быстрой рекой, где черемухи дым, там я в мае с тобой, здесь я маюсь. Там я в мае с тобой, здесь я в мае один, и другую найти не пытаюсь. А на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют, а на том берегу мой костер не погас, а на
том берегу. Было все в первый раз, в первый раз я любил, и от счастья был глух, в первый раз пригубил дикий мед твоих губ, а на том берегу, там на том берегу было то, что забыть никогда не смогу. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Андрей, классно. Кстати, я знаю, что ты с Волги, да? Ну, с Волги, с Дона. А что ближе, Дон или Волга? Ближе к нам Дон, в общем, конечно. Эта песня тебе дорогая и, наверное... Ближе да? она, да. Ближе к сердцу. Ближе. Я думаю, что она неплохо получилась. Если вам понравилось, дорогие зрители, заходите на сайт mahor.ru и голосуйте за Андрея Гребнева. Ну, а сейчас у тебя сольная песня. Я пошел. Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кричит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Там нет меня, где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, и как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой, ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя сиротел. Я только там, где нет меня, вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя и дня, ты знаешь, без тебя и дня прожить нельзя мне, видимо.
что я вам хочу сказать, что этот человек без музыкального образования. Но образование-то у него есть, он мастер лесного и лесопаркового хозяйства, правильно я говорю? Почему ты в лес-то не пошел? Почему на сцену? А я в лесу. Сейчас, подожди секунду, слышно? Раз-раз. Там слышно, говорю. Я в лесу пел. В лесу? Я в лесу учился петь. И ты работал, да, в лесу? Было время? Нет, я учился в лесном, арчидинском лесном колледже. Была практика, да, ты стал петь? У нас был клуб ДК, тоже такая же сцена, я там проводил свое время. И все, и после этого ты закончил, бросил, пошел на сцену. Диплом мне отдали, сказали, иди пой. Иди пой. Петь лучше получается, чем лесом заниматься. Ну, в любом случае, я думаю, что наши зрители оценят. Еще раз напоминаю, это был Андрей Гребнев. Заходите на сайт mahor.ru и голосуйте за него. Ну, а также этот видеоролик вы сможете увидеть на нашем канале в Ютубе. Канал Нармахор называется. А еще хочу сказать огромное спасибо нашему спонсору Елинский пищевой комбинат. У вас такие классные консервы, и что бы мы без вас делали, сам даже не знаю. Да? В общем, согласен со мной? Ладно, все, пока, до свидания, до новых встреч, увидимся через неделю.